Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На повестку был вынесен вопрос о ходе реализации национальных и федеральных проектов по итогам 9 месяцев этого года, а также вводе жилья и ходе дорожного строительства в субъектах Российской Федерации. В текущем году в рамках нацпроекта в Карачаево-Черкесии ведутся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 159 объектов, в том числе объектов капитального строительства, благоустройства общественных территорий, объектов дорожной инфраструктуры.